Здравствуйте, ребята! Обратите внимание на экран. Как вы думаете, какой древний город показан на экране? Я думаю, вы правильно ответили. На экране изображен город Сауран, основанный в XI веке как крупный торговый центр. Один из средневековых городов, расположенный в 30 километрах к северо-западу от Туркестана, в среднем течении реки Сырдарьи. Городище, окруженное стеной в высоту 6 метров, имеет размеры 800 метров с северо-востока на юго-запад и 500 метров с северо-запада на юго-восток. В то время Сауран был известен как важный стратегический и торговый центр в Сырдарьинской долине. Арабский историк Макдиси писал, что Сауран – это большой прекрасный город, окруженный семью стенами одна за другой, а в нем есть рабат и мечеть. Он – пограничная крепость. В событиях, связанных с нашествием Чингисхана, данные о Сауране не встречаются. В середине XII века Сауран стал столицей средневекового государства Ак-Орда. В конце XIV века среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель Амир Тимур превратил город в военный замок. Большая мечеть в городе способствовала распространению ислама на территории Казахстана. В XVI веке Сауран был большим городом, окруженный высокими заборами с башнями. Из его крупных сооружений особо выделили канализацию, которая снабжала водой город и его окрестности. Канал был проложен под землей. Сауран ослаб в конце XVII, в начале XVIII веков и окончательно был разорен в начале XIX века. В настоящее время есть остатки стен и башен Саурана. Круглая площадь в 550-800 метров. Внутрь города можно попасть через ворота. На внешней стороне ограды, окружающей город, сохранились следы многочисленных каналов. Запомните, оберегать историко-культурное наследие – наша общая задача. Ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Какова высота стены, которой был окружен город Сауран? Второй вопрос. Назовите местонахождение города Сауран. Третий вопрос. В труде какого ученого написано «Сауран – большой город, окруженный семью стенами одна за другой»?